four Russian aircraft flew near the Alaskan coast last night, including two of Russia's most advanced fighter planes. The flight, which was intercepted by U.S. Air Force F-22 Raptor fighters, came a week after Russian military aircraft flew near America's Arctic territory 4 days in a row. Wednesday evening's incident involved two 295MS Bear strategic bombers and a pair of Su-35 Flanker E, or Super Flanker, heavy fighters. Although the presence of the Bear bombers was not unusual, it was the first time that Super Flankers had been seen off the coast of Alaska. The Super Flanker is an updated version of the 1980s-era Su-27 Flanker and Russia's most advanced fighter jet, with an improved radar and powerful thrust vectoring engines. The Super Flankers were reportedly unarmed. According to Fox, the Russian flight was intercepted about 50 miles southwest of Chariot, Alaska, by a flight of F-22 Raptor jets already patrolling the area. The Russian jets were unarmed, although they entered the U.S. Air Defense Identification Zone, which requires them to state intent and destination. The Russians remained outside of U.S. airspace. The flight comes days after a streak that saw Russian aircraft visit the Alaskan coastline 4 days in a row. Two of the visits involved a pair of 295MS bombers, while two others involved Il-38MA maritime patrol aircraft. Where the Super Flankers flew from is a bit of a mystery. Bear bombers make the 2,500-mile trip from Ukraine Air Base in the Russian Far East to Chariot, Alaska with ease, but Super Flankers have a much shorter range. The fighter jets would have had to take off from a base much closer to the U.S. and possibly still have to refuel in midair. Вопрос звуки идет интенсивный свинцовый поле. С координат их 5, 3, 4, 5, 8, 9, 4, 7, 3, 2, 5, 6, 1. По промзоне не работает тяжелая артиллерия. 3.45, лидер. ВЧ, перестрелка с ПК. С ВЧ по лидеру работает Василев. 4.20. Шахта. Спартак. Перестрелка. ПК. Смотри, Авдеевка как на ладони. Хоть ты иди и забирай. Пойдем. А? Пойдем. Будет приказ, пойдем. Флаги с копров сняли. Повесили уже ниже, в ангарах. Страшно. Вон по промке работает. А вон разрывы. Нет, по нашим работает. Ветер поднялся. Справа. Число 15-го или 16-го. Видимо, ротация произошла, они как давай здесь веселиться. Ну, интересно было. Бестолково, конечно, не получилось, но массированно. Начали с опытного плечи, потом подключилось. Да. Привет, говорю, пацаны. Большого муравейника работает КПВЗ. Разрешите открыть огонь на подавление. Как принято? Арина 5, я Арина 1.
Открыть огонь на подавление разрешаю. Как принял. На связи. Офигенно попали, такой вижу, нормально. Получился. А как постреляют? Солдат. Бьет нормально. Давай так, Пиши. Нормально, вообще четко. Пять ниже. Красиво заходим. Да. Там добиться не хуёво. Да это пыль. Джем, возьми пять левее. У нас гость большой. Джем, давай назад. Смотри, второй пригорок справа, смотри. Блядь, ну все, сука, в дыму, нахуй! Смотри, дайвинги. Второй пригорок справа, смотри. Работает. Земляк. Смотри, здесь хуё вообще видно, нихуя не видно. Второй, где белая вершина. Второй, левый. Видишь? Ты крайний, один пригорок влево. Откуда ты стреляешь? Второй, блин, да, справа. Сейчас туда работать, делать. На это надо сказать, я снимал. Принял, сейчас, секунду. Барка, майк принял. Все, давайте работайте. Майк готов. Барка, майк готов. Принял. Все, отходите. Да. Ну как? Нормально. Установку пока снимали. Ой, ракеты сюда. Что, прилет? Вот. Цены нас хоть живые.
20-й. О, на взлет полезла. На взлет полезла. Вот. Что творят? Взлет взрывают. Сам не гам и другому не дам. В принципе, полоса аэропорта представляет из себя линию фронта. То есть по одну сторону мы, по другую сторону они. По эту сторону, по ихней, у нас тоже имеются несколько позиций, но они малочисленны. В нашей зоне ответственности ситуация представляет из себя стабильные позиционные бои. То есть мы сидим на своих позициях, противник сидит на своих позициях. Обычно патрулируем местность в районе остатков Донецкого аэропорта. Вот, не осталось за время активных боев. Осталось тут немного, конечно. Наблюдаем разных точек за противником. Где у них что, где перебегаются, где нет, где стоят. Такие вот дела. Но мы, собственно, в свою очередь поддерживаем те позиции, которые находятся за взлетной полосой. Поддерживаем их огнем. Еще чего у нас имеется, когда это нужно. То есть сами бой не навязываем, но если стрельба от противника начинается, то мы им отвечаем, чтобы они не борзели сильно. С позиции востока по шахте крупнокалиберной работает, а в Спартаке какое-то крупное возгорание, пламя пиздец хуярит. Наши оппоненты, когда увидят в бинокль барабанщика и двух гитаристов на взлетной полосе Донецкого аэропорта, подумают, что ребята уже совсем оборзели. Они, наверное, просто там будут протирать глаза и говорят: «Микола, ты смотри». Гениально! Барабаны сейчас. Вот ребята бегут по взлетке, везут барабасы. Вот это да. Сюда, да? Ух ты. Присядьте хотя бы, а? Они, в принципе, когда с вечера будут, они обрабатывают второй этаж.